Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор Чекин. Часть 2. Задание 323. Назови самое маленькое натуральное число. Является ли число 0 натуральным?» Давайте на этом остановимся и сразу дадим ответ на вопрос. Число 0 не является натуральным числом. Это нужно запомнить. А самое маленькое натуральное число – это число 1. Число 1. Самое маленькое натуральное число. Следующий вопрос. Существует ли самое большое натуральное число? Как это можно доказать? Самого большого натурального числа не существует. Почему? Как это можно доказать? Ну, существует так называемый натуральный ряд чисел, в котором все натуральные числа выстроены по порядку. От самого маленького числа и так далее. И выстроены эти числа так, что каждое последующее число ровно на единицу больше, чем предыдущее. 1, 2, 3, 4 и так далее. Вот так поставим многоточие. И какое бы мы самое большое число не представили себе. Ну, например, число миллион. Это единица с 6 нулями. Вот это миллион. Мы всегда можем к этому числу добавить одну единичку и получить следующее число. Например, 1 миллион, 1 и так далее. Если мы представим еще большее натуральное число, ну, например, 1 миллиард. Миллиард – это единица с 9 нулями. Вот. Вот так выглядит миллиард. Мы всегда можем добавить к этому числу единичку, и будет у нас следующее и еще большее число 1 миллиард. Вот 6, 7, 8, 1 и так далее. Еще раз повторю, какое бы мы очень большое число, какое только мы знаем, мы себе не представили, например, 9 миллиардов или 9 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 999. Мы всегда можем к этому числу добавить еще единицу и получим следующее натуральное число и еще больше. Это число будет 10 миллиардов. Таким образом, самого большого натурального числа нет. Или самое, или, да так, самого большого. Нет. Читаем дальше. Какое самое большое натуральное число ты сможешь назвать, сколько значным является это число? Но мы говорили о числе 1 миллиард. Но если за миллиардами есть следующие, если мы добавляем еще один разряд, то получается 10 миллиардов. Потом, если мы еще один разряд добавляем, то получается 100 миллиардов. А если мы добавляем еще один разряд, то получается 1000 миллиардов или 1 триллион. Давайте я запишу это число. 1 триллион – это число не с 9, а с 12 нулями. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И вот это число называется триллион. Триллион. Сколькизначным это число является? Ну, это число содержит 12 нулей и еще единичка, значит, 13 знаков. Значит, это число 13-значное. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.